У сборной Дагестана по вольной борьбе новый тренер. Им стал Гаджи Рашидов, ранее занимавший в команде должность старшего тренера. Будучи спортсменом, 51-летний Гаджи Рашидов поднимался на пьедестал почета чемпионатов мира и Европы, дважды побеждал на чемпионатах Советского Союза. До него дагестанскими вольниками руководил Сажид Сажидов, совмещавший тренерскую работу с нагрузкой руководителя Федерации спортивной борьбы региона. Отметим, что сейчас борцы Дагестана готовятся к Октябрьскому чемпионату России в Московской области.